Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные. Удобные условия по займам. В воскресенье в Туве отметили День Героев Отечества. В этот день чествуют героев Советского Союза, России, полных кавалеров Ордена Славы и кавалеров Ордена Святого Георгия. Центр русской культуры с начала учебного года проводит занятия по патриотическому воспитанию среди школьников. И эту памятную дату они не смогли пропустить. Мы с самого начала сентября стали сотрудничать со школами города в направлении гражданско-патриотического воспитания. И в этом контексте вместе с 8-й школой нами задуман цикл мероприятий, называемый «Историческая суббота», который посвящен славным страницам истории России. Это третье мероприятие вот сентября месяца. В сентябре было 4 важных даты. Да, это и оборона Москвы, защита Москвы, это и Синопское сражение, и взятие Измаила Суворовым. Но самое главное, это, конечно, то, накануне дня, то празднование которого мы с вами тут встречаемся. Это День Героев Отечества. Я считаю, что это один из самых важных праздников современной России. Главным идейным организатором концерта в честь героя выступил пункт отбора военнослужащих по контракту города Кызыла. По их словам, концерт должен создать атмосферу достойного уважения к героям страны, чтобы школьники знали, кто и когда защищал свою родину. Мы решили его посвятить нашим ребятам, которые сейчас проходят военную службу по контракту в Сирийской Арабской Республике. Все мы знаем, да, что сейчас там находятся наши ребята, и мы хотим их подбодрить таким образом, поднять их боевой дух. Возможно, если получится, то в дальнейшем они даже увидят этот видеоматериал, те подарки музыкальные, которые для них были приготовлены. Также хотим почтить память тех, кто по боевым причинам не вернулся у нас из задания. Для гостей мероприятия прозвучали тематические песни, исполненные военным оркестром 55-й отдельной мотострелковой бригады и музыкальных коллективов Тувы. Мы знаем о войне лишь понаслышке, но вновь и вновь мои приходят сны. Большая часть концертной программы была посвящена военнослужащим, погибшим и исполняющим свои воинские обязанности в Сирии. Не паниковал, а просто готовился выполнить свой долг до конца, даже ценой собственной жизни. Граната была подорвана. Роман Николаевич взорвал себя и с собой забрал несколько террористов. Последними его словами была фраза: «Это за вас, братья». В этот день почтили память военного оркестра имени Александрова, основной состав которого вместе с дирижером Валерием Халиловым погиб 25 декабря 2016 года. Коллектив должен был поддержать российских солдат в Сирии. Наша служба будет и даты, и дворы, и мажоры, но лучше маршируют солдаты, когда за пульт стоят дирижеры. Отметим, что День Героев Отечества отмечается в нашей стране с 2007 года. 9 декабря 1769 года Екатерина II учредила высшую награду за военный подвиг Орден Святого Георгия. Жители Тувы могут оформить свидетельство о рождении и заключении брака на тувинском языке. С 1 октября 2018 года управлением ЗАГС Республики вводится Федеральная государственная информационная система «Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния на языках субъектов Российской Федерации». На сегодняшний день специалистами Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований завершен перевод справочника Федеральной государственной информационной системы на тувинский язык. Далее готовый справочник будет изучен терминологической комиссией при правительстве Тувы. С помощью данной системы граждане по желанию могут получить свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство о смерти на тувинском языке. Стоит отметить, что свидетельства будут двусторонними: одна сторона на русском языке, другая на тувинском. До 14 декабря голосуем за включение праздников и фестивалей Тувы в национальный календарь событий России. Национальные праздники Шага, Надым, межрегиональный фестиваль русской культуры на Малом Енисее, Верховье, международный фестиваль Хоумей в центре Азии борются за звание лучшие события года на сайте eventsinrussia.com. Национальный календарь событий завершил прием заявок в рамках всероссийского конкурса на лучшие события года. На конкурс поступило более 1500 заявок из 70 регионов России. Министерство культуры и туризма
менеджменту ВИ представила перечень наиболее знаковых праздников и фестивалей республики. Из них, к оценке экспертов и народному голосованию после отбора, были представлены национальные праздники Новый год по буддийскому календарю Шагай, республиканский праздник животноводов, а также два фестиваля. Это межрегиональный фестиваль русской культуры на Малом Енисее и Верховье и международный фестиваль Хоми в центре Азии. Представленные проекты будут оцениваться конкурсной комиссией, в состав которой войдут представители государственной власти, а также представители СМИ. Одновременно с работой экспертов на официальном портале национального календаря событий eventsinrussia.com пройдет народное онлайн-голосование. Он продлится до 14 декабря 2018 года. Не тысяча, не сто, не десять, а всего один. Подключи интернет за 1 рубль. Подробности на сайте www.tuva.ru и по телефону 37070. Подключите услугу высокоскоростного безлимитного интернета и IPTV и получите приставку и роутер бесплатно. Подробнее об акции на сайте www.tuva.ru и по телефону 37070. Кто ищет мебель, тот ее находит в магазине «Мебельный рай». Эксклюзивный дизайн, европейское качество, большой выбор современных и классических вариантов, а также готовые интерьерные решения. Все от кухни до гостиной. «Мебельный рай», магистральная 26, торговый центр «Арбан». Пятигорск орайдан Ангелина фабрика зынанегне улук шубалар тылгагызы мун рубль дан өрю үзүктеп төлдейр. Разрочка 5 мунажык шубалар. Чуга декабр 11-дан 16-га чедер цум цокольды кат. Телефон и аппарат бесплатно. Общайтесь без ограничений. Подключите телефонную связь и получите аппарат бесплатно. Принять участие в акции могут только действующие и новые абоненты сети интернет от АО «Тыва Связинформ». ТСИ 37070-3w.tuva.ru. Открытие первого дисконт-центра Family в Кызыле. 15 декабря ждем вас за модными покупками. Первым 15 покупателям по ящику мандаринов. Family. Универмаг Саяны. ТНТ Кызыл представляет. Считаешь, что у тебя есть сверхспособности? Тогда новый проект ТНТ «Школа экстрасенсов» для тебя. Пройди кастинг, и, возможно, именно ты попадешь в команду Константина Гицати и Свани Даши. Заходи на сайт и заполняй анкету. «Школа экстрасенсов». Скоро на ТНТ. Уважаемые абоненты, услуги IPTV от ТСИ. Теперь вы не пропустите ничего интересного. С новым сервисом «Отложенный просмотр» услуги IPTV от ТСИ. С помощью сервиса «Отложенный просмотр», который поддерживает более 15 каналов, в течение 48 часов вы можете досмотреть финал футбольного матча после работы или учебы. Вместе с сервисом «Отложенный просмотр» у вас есть возможность остановить передачу, если вам нужно отвлечься, и досмотреть ее позже или даже перемотать назад. IPTV можно посмотреть на смартфоне, планшете или на ноутбуке. Вы больше не будете привязаны к одному экрану. Вся ваша семья сможет одновременно на различных устройствах смотреть все, что им нравится. Более 170 каналов, в том числе местные телеканалы, каналы HD и 3D-качества, функция «Отложенный просмотр», онлайн-веб-камеры улиц города. Все это доступно для просмотра на IPTV от ТСИ круглосуточно. В ходе рейдовых мероприятий выявили 2 факта незаконного потребления электроэнергии в одном месте. При этом общая сумма вскрытого ущерба превысила 4,7 миллиона рублей. Так, Левобережное дачное общество номер 8 «Саяна» в черный список энергетиков попало не случайно. Выяснилось, что 2 трансформаторные подстанции, на которые специалисты группы инспекционного контроля обратили внимание, потребляют электроэнергию в обход закона. Энергетики составили акт о безучетном потреблении электроэнергии на сумму более 2 миллионов рублей. Следом энергодесант переместился на улицу Подгор. В трансформаторной подстанции зафиксирован самовольный срыв антимагнитной пломбы. Энергетики в присутствии понятых зафиксировали данный факт и, как следствие, выписали еще один акт. В выше приведенных случаях материалы в отношении нарушителя направлены в региональное МВД для инициирования их уголовного преследования.
минувшие выходные в Гранд-холле столичной к десятилетию первого республиканского FM-радио Тувы «Голос Азии» прошла грандиозная вечеринка в стиле джаз. Зажигательные ведущие, лучшие исполнители джаза республики, электросвинг, невероятные сюрпризы и подарки были подготовлены для любимых слушателей. Радио стало вещать на всю республику. Я помню, как мы на руках, на коленке собирали схемы, как это должно выглядеть технически, как это должно работать. 12 декабря 2008 года на радиоволнах 102.5 FM кызылчане впервые услышали голоса ведущих. Тогда они еще не совсем понимали, что это местное радио, но уже через несколько дней в эфире звонкам радиослушателей не было конца. 10 лет спустя слушатели поздравляют своих эфирных героев. Радиостанцию «Голос Азии» поздравляю с днем рождения. Желаю много-много десятилетий вперед. Десятилетним юбилеем желаем всего хорошего, процветания, все, чтобы было замечательно у них. Поздравляем, спасибо вам за сотрудничество большое, желаем вам процветания, успехов и хороших зрителей, телезрителей, радиослушателей. Я надеюсь, что эти 10 лет не последние в истории этого радиостанции, будет еще 20, 30, 50, ну, в общем, в 22 веке можно будет здесь снова здесь встретиться. Спасибо, что вы у нас есть, в нашей Туве, FM-радио. Процветания, долголетие, ну что еще пожелаем? Побольше, чтобы у вас людей, которые... вами были заинтересованы. Спасибо. Рождению такой большой звезды, как радио, предшествовали определенные события. За каждым проектом всегда стоят люди, чей энтузиазм помогает двигать любой процесс и прогресс. И среди них Эльвира Лифанова, идейный вдохновитель, энтузиаст, журналист с большой буквы. Человек, который в свое время сделал все, чтобы этому радио суждено было появиться на свет. И поблагодарить ребят за то, что они работают не только в республику, но еще делают социальные проекты, что после работы оставались и записывали совершенно бесплатно, на абсолютном энтузиазме, сделали социальный проект вместе с Союзом журналистов, записали лучшие очерки, интервью из книги «Люди Центра Азии» для библиотеки «Духи». Радио – это люди, которыми оно звучит. В зале столичного в день празднования собрались ведущие, которые за 10 лет своими голосами и мыслями создавали радиостанцию «Голос Азии» и создают ее сегодня. Вместе с ведущими все, кто присутствует в этом зале, давайте с днем рождения! С днем рождения! Желаем «Голосу Азии» дальнейшего процветания, успехов, творческих взлетов. И всего самого наилучшего. Цветите и процветайте. Радуйте нас, своих телезрителей, своими репортажами, громкими событиями, яркими впечатлениями. Всего вам хорошего. А далее всех гостей ждал концерт от коллективов, которые не понаслышке знают, что такое настоящий джаз и блюз. Это Тува Джаз Бэнд и группа Хартыга. На вечеринке в стиле джаз состоялся розыгрыш подарков от партнеров мероприятия. Главный приз – золотое колье от торгового дома «Изумрудный город». От торгового дома «Изумрудный город» 0,59 динарок. Вот, блин, вот как классно, друзья. Давайте поаплодируем. Ну, давайте нам вот билет, пожалуйста, сразу. А тут оказывается колье, да? Значит, может, это не я? Цепочка. 0,59, все правильно, друзья. Вот 0,59. Подведка. Мне ничего даром в жизни не достается, честно слово, и это неправда. 0,59. Как бы вы этого не хотели, но это правда, друзья! Завершилось праздничное мероприятие танцевальным путешествием в стиль под названием «Электросвинг» от шоу-балета «Under Stress» и диджея «Джедика Лакшери» под фееричный водопад падающих звезд. С днем рождения, любимое радио!
Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России, от Камчатки до Калининграда. Компания «Отличные наличные» – получайте займы на займ-карту в любой момент, просто по звонку. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. «Отличные наличные», ну очень маленькая переплата по займам. По республике небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, местами порывы до 13. В Кызыле небольшая облачность, без осадков, ветер северо-западный 2-7 метров в секунду, температура воздуха ночью -31-33, днем от -20 до -22 градусов ниже 0. Переплата по займам такая маленькая, совсем малышка. Отличные наличные, ну очень маленькая переплата по займам.